Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Мы начнем сегодня первое отделение композиции, которая составлена из двух пьес. Первая пьеса, мы взяли ее из репертуара замечательного американского ансамбля «Орегон». Прозвучит небольшой ее фрагмент. Называется эта пьеса «The Silence of a Candle» – «Молчание свечи». Это мы обычно исполняем в память об одном из участников ансамбля «Орегон». Его звали Колин Волкотт. Это был очень талантливый человек, который играл на ситаре. Он освоил ситар и табла. Это были хиповые еще времена, где-то на конец 60-х, начало 70-х. Вообще все участники ансамбля «Орегон» учились все в одном там каком-то университете в Орегоне. И вот когда начались хиповые времена, то приехал в Америку на волне увлечения хиппи восточными разными философиями, идеологиями Рави Шанкар и дал гастроли по Америке. И вот Колин Волкотт ездил за ним, и за очень короткий срок, меньше года, он научился играть и на ситаре, и на табле. И когда он подошел к Рави Шанкару, сыграл ему, тот просто не поверил, потому что в Индии этим инструментом учат где-то от 20 до 25 лет. Вот Колин Волкотт очень талантливый человек был. И, в общем, его звук, вот ситара, придавал какой-то особый аромат музыки ансамбля «Орегон», который в Америке за джаз вообще и не считали. Хотя они закончили джазовое отделение, были все импровизаторами, но музыка их не вписывалась в понятие традиционного джаза. Но им было, в общем, на все это наплевать, поскольку они в основном даже в Европу ездили, и вот в Европе их оценили. Но вот эти поездки в Европу и погубили Колина Волкотта, поскольку он возвращался, когда в аэропорт, и попал в автомобильную катастрофу где-то под Берлином, и на этом жизнь его закончилась. Так что вот это первая композиция его памяти «The Silence of a Candle». Перейдет она в композицию еще одного экспериментатора, тоже американец, его звали Орнет Колман. Его тоже джазом не считали. Немножко раньше, он в 58-59 году предложил теорию фри-джаза и начал играть, совершенно нарушая тоже все стандарты джаза. Не было ни блюза, не было квадрата, не было ритма, не было свинга. И вообще постоянно он экспериментировал, и даже появилась такая статья, где его назвали антиджазом. Но уже через год у него появилось столько поклонников, что его номинировали даже на премию Грэмми. Вот такая история. Вот пьеса, которая второй прозвучит, он ее написал еще в 58 году, назвал ее «Рэмблинг», что означает «скитание». Но мы ее исполним совершенно не так, как исполнял ее Колман в конце 50-х годов, а так, как исполняли уже его поклонники в конце 70-х годов. И они исполняли все его пьесы совершенно по-другому, в стиле, который они сами назвали «панк-фанк». Так что вы сможете вот сравнить фанк и панк-фанк. Итак, начинается «The Silence of a Candle», а потом «Рэмбо». Thank you.
Bye.
участие нашей программы. Я приглашаю на сцену нашего молодого участника ансамбля «Арсенал», вокалиста замечательного, которого зовут Марк Юсин. Ну, как бы продолжая такую джазовую тему, Марк споет песню, которая относится, в общем-то, к типичной американской джазовой балладе. Она вообще была написана в 1952 году двумя такими деятелями, как Гай Вуд, композитор, и Роберт Меллин, поэт песен. Но мы ее решили все-таки показать так, как ее спел Стинг, когда переехал в Соединенные Штаты Америки, и вот именно она прозвучит в исполнении Стинга. Итак, Марк Юсин споет песню, которая называется «My One and Only Love». The very thought of you makes my heart swing like an April breeze on the wings of spring. I appear in August splendor. The shadows you and all mine, mystic charms, every hush of day, while you're in my arms, I feel your lips so warm, so tender. Thank you.
Замечательный певец, который родился в Канаде, но в англоязычной его части, в итальянской семье, очень талантливая семья. Все, начиная с отца и кончая братьями, были замечательными музыкантами. И не только музыкантами, кто-то играл на клавишах, кто-то играл на гитаре, кто-то сочинял музыку и кто-то писал слова. И вот так у них даже трудно было выяснить, кто где автор. И они добились потрясающей популярности у себя в Канаде. Там Джино Ванелли, его так зовут, он, в общем, занимал первые места много лет. И вот ему все-таки посоветовали попробовать счастье в Америке. Он двинулся в ближайшую там, Калифорнию, и там, значит, тоже сразу взлетел наверх популярности. И вот сейчас прозвучит одна из песен, которые тогда потрясли очень многих, меня в том числе. Я не ожидал, что вот так кто-то может петь и сочинять, потому что эти песни, несмотря на то, что они были как бы ну, в разряде поп-музыки, они очень были непростые, сложные и по структуре, и по гармониям. И вот песня, которую вы сейчас услышите, в общем, один из ярких примеров именно вот этого подхода к поп-музыке, как это делал Джино Ванелли со своими братьями. Называется эта песня «Fly into this night». High and then the low.
далекие 60-е годы, впрочем, как и весь мир, открыл тогда существование такого бразильского жанра, как самба и босса-нова. Дело в том, что до этого латиноамериканская музыка была очень популярна. Это сначала было танго, потом румба, мамбы, там всякие пасодобли. Это все было связано с испанским, то есть с латинским языком и со странами, которые были, в общем, завоеваны именно испанцами когда-то. И поэтому возникло понятие латиноамериканская культура. Но ошибочно полагают, что бразильская музыка относится тоже к латиноамериканской. Она никакого отношения к Португалии и Бразилии, язык португальский, никакого отношения к испанскому, к латинскому не имеет. Это, там корни совсем другие. Поэтому, в общем, до начала 60-х годов никто не подозревал, что в Бразилии существует давно музыка, которая отличается от того, что принято считать там, румбой, мамбой и так далее. Это, в общем-то, было открыто, поскольку тогда Соединенные Штаты решили прибрать к рукам Бразилию, бедную страну, но все-таки лишь бы не советские прибрали к рукам. Тогда такая вот была борьба за разные сферы влияния, и послали туда, значит, своих культурных эмиссаров, джазменов, таких как Стэн Гетц или Джулиан Кеннон-Боледер. И когда они прибыли, вдруг они услышали, что там существует музыка, о которой даже в Америке никто ничего не знал. И они привезли оттуда эту музыку и вместе с исполнителями. И вот в 60-е годы в начале начался такой во всем мире бум, такое увлечение босса-новой. Я помню это время, я в то время работал в кафе молодежном на улице Горького. Это был первый советский джазовый такой клуб. И мы тоже сразу увлеклись этими босса-новыми. Тогда я написал нашу босса-нову в ответ на босса-нову, которую написал Дэйв Брубок, написал тогда босса-нову USA. И я был, а чем мы хуже? Написал нашу босса-нову. Вот. Это вот был, наверное, такой первый опыт столкновения с этой замечательной музыкой. И, в общем, где-то лет 10 назад я решил вернуться к этой теме. И вы сейчас услышите пьесу, которую я написал, ну, тоже в таком быстром темпе, потому что быстрое босса-нова – это и есть самба. Я назвал ее просто «Нова босса». Thank you.
Соло на ударных инструментах исполнил Эдуард Петрухин. Ансамбль «Арсенал». Юрий Погибов. Марк Юсин. Евгений Шариков. Алексей Козлов. Ансамбль «Арсенал». Давайте сделаем небольшой антракт. Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Сейчас вы услышите пьесу, которую ансамбль «Арсенал» записал на последнем альбоме, который назывался «Поток сознания». К сожалению, этот альбом весь уже распродан. Новое издание пока мы не планируем. Так что вот композиция оттуда можно услышать только живьем. Ну, кстати говоря, живьем иногда интереснее слушать, чем в записи. Вот эта пьеса, которую можно отнести к такому направлению, как New World Music. Что это такое? Это когда берется древние этнические какие-то звуки, лады, которые тысячелетиями хранятся у каждого народа и исполняются на современных инструментах с импровизациями, но с бережным отношением ко всей культуре. И вот эта пьеса, я назвал ее «Алайский базар», и посвятил историческому месту, которое возникло в Центральной Азии где-то за 2500 лет до нашей эры на маршруте Великого Шелкового Пути. Ну, наверное, вы знаете, что китайский шелк был популярен много тысяч лет. Никто не знал точно, как его производят, и поэтому эта популярность продержалась вот столько времени. И вот караваны везли из Китая в Европу, в Африку, в Индию свои товары, основой которых был китайский шелк. Но там были и всякие драгоценности, камни, золото, ковры и так далее. Но главное это был китайский шелк. И вот этот великий шелковый путь проходил как раз мимо Алайского хребта, есть такой в Центральной Азии. И там образовалось такое место, где отдыхали караваны, и тем более встречались с караванами, которые шли обратно из Европы в Китай, и везли туда то, чего в Китае не было никогда. Во-первых, скакунов, испанское кованое оружие, латы, и рабынь из разных стран. И вот в этом месте образовался такой обмен товарами и получил название Алайский базар под склонами Алайского хребта. Значит, это базар этот существует и сейчас в Ташкенте, на территории Узбекистана. Я думаю, что и жители даже Ташкента не представляют себе вообще всей ценности этого исторического места. Я бывал там много раз, еще в советские времена, и ходил на этот базар, и тоже не подозревал вообще, в какое место я попал. Но вот потом все-таки появился интернет, и я узнал подробно об истории Алайского базара, и решил написать пьесу, которую вы сейчас и услышите. «Алайский базар». Thank you.
Эдуард Петрухин, соло на барабан. Ну а теперь мы перейдем к американскому джазу, к такому стилю, как funky soul. И мы исполним пьесу коллектива, который, в общем, в 60-е годы, в 50-е годы был наиболее популярным в этом самом направлении funky soul. Это был квинтет братьев Эдерли. И вот сейчас прозвучит одна из пьес, которая носит такое название «Inside Straight». Вообще, я не знаток покера, я всю жизнь играл в преферанс. И знаю много карточных игр. Вот покер почему-то прошел стороной. Оказывается, вот «Inside Straight» – это чисто такой набор карт, который вот в покере считается такой straight, inside straight. И когда я увидел пластинку, обложку, где сам Джулиан Кеннонбол Эдвард держит в руках карты и написано inside straight, вот тут я понял, о чем эта пьеса. Итак, inside straight из репертуара квинтета братьев Эдвард. Thank you.
Сейчас в его исполнении вы услышите одну из песен очень популярного человека, которого зовут Лайонел Ричи. Это, в общем, один из таких популярных людей, которые одно время были наряду с Майклом Джексоном и другими, в общем, такими звездами поп-рок-музыки. И вот сейчас вы... он в 1984 году получил премию Грэмми. И вот сейчас вы услышите песню, которая называется «Every Time I Hold You». В нашем немножко исполнении. Так Марк Люсин поет песню Лайонела Ричи «Every Time I Hold You». Every time I feel
every time, every time. Его зовут Эд Ширан. Он британец, который пользуется сейчас очень большой популярностью. Например, недавно получил Грэмми за сингл, который вы сейчас услышите. Песня эта называется «Shape of You». Итак, Эд Ширан, Марк Юсин, «Shape of You». Slow.
they say, boy, let's not talk too much. We're both ballets, then put the body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. And then my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And then my bad sheets smell like you. The pretty discovery. We're going out on the first date. You and me, the dream to come over to me. But if the feeling like the bed you play. But if the hours and hours are calling me, the troubles of my family is doing okay. Sitting in the backseat, listening to taxi call, the people call the radio play. And now I'm singing like, girl, you know I want your life. Your love was handmade for some. Thank you.
Очень популярная в начале 80-х годов, она называется Tears for Fears. Это один из ее таких хитов. Это были студенты, которые, серьезные люди, занимались философией, эзотерикой. И вот это название, оно взято из одной из таких книг, тоже по психологии, и означает такое тоже понятие очень необъяснимое, это слезы страха. Даже объясняет, что это, вот эти слезы появлялись у новорожденного младенца, когда он начинал кричать. Поэтому пьеса так называется «Shout». Это когда вот рождается человек и начинает кричать. И вот этому посвящена один из вариантов, вот эта самая песня. Итак, Tears for Fears, Mark Newsom, Shout. Thank you.
Thank you.
apples are growing in the squid and gather. That is an ocean that I might as well forget. Friends look at me these days with a fond surprise. Then I start to speak the wrong. Благодарю за внимание. Всего вам хорошего и до свидания.